весело поддерживать музыкантов, хлопать и сделаем так, чтобы наш с вами такой небольшой квартирник получился очень уютным, радостным и очень атмосферным. Давайте начинать. Группа «Тяжелый случай». Еще раз всем привет. С вами «Тяжелый случай». Почему тяжелый? Многие знают, кто не знает, тот поймет. Кто не поймет, то подходите и спрашивайте. Ну и начинаем. По тротуару Невского проспекта, вводя в смятение восторженных туристов, мы словно в состоянии аффекта бежали за своей мечтой. Дома колодцы и танцевали в дворе бригад тюльпаны, а из-за туч появлялось солнце и пролетали мимо ураганы. И то ли день, а то ли ночь, неважно, ведь нет здесь ни заката, ни рассвета. Да-да-да, свою мечту поймать сумеет каждый на переулках Питерского лета. Вдоль парапетов, по мостам фонтанки, по площадям, аллеям и бульварам мы, поворачивая души наизнанку, разбрасывали свет влюбленным парам, парам. Небо плескалось волнами свободы, слетались голуби клевать с ладони крошки под голубым сиянием небосвода. Вдруг стал весь мир счастливее немножко, и то ли день, а то ли ночь, неважно, ведь нет здесь ни заката, ни рассвета. Да-да-да, свою мечту поймать сумеет каждый на переулках Питерского лета. Папарам, папарам, дарам, дарадам, чик-тай-ва. Папарам, папарам, дарадам, чик-тай-ва. Папарам, папарам, дарадам, чик-тай-ва. И то ли день, а то ли ночь, неважно, ведь нет здесь ни заката, ни рассвета. Та-да-да, свою мечту поймать сумеет каждый на переулках Питерского лета. На переулках Питерского лета. Та-да. Вот примерно так мы распелись. Ну да, мы сегодня полным составом, совсем полным. Ожидаю, радуешься. Мы золотой состав «Тяжелого случая», и поэтому не любви. Да-да-да, да-да-да,
безжалостно. Мы как-то вдруг неожиданно выросли. Потому что сейчас будет ГБТ. Город без тебя. Пойму, и взяв в шутку и кураж, да.
держи железной хваткой палача, держи покрепче, уничтожь мой страх, держи как в петле рукоять меча. Скажи, что ты останешься со мной. Мы будем так неистово близки, мы будем вместе вопреки всему, мы будем рвать все беды на куски. Ты же знаешь почему. Вошли в разворот от лирики к физике. Безбаженная. Мне нравится огонь твоих безумных глаз. Мне нравится молчать на заданный вопрос. Голодные игры с опасными связами.
здесь нет победителя. И побежденного есть зло, безрассудство, что все пересилит, сослабшись на демона освобожденного. Желания яростно рвутся на волю восторгом и страстью, меня искушая, стирается грань наслаждения и боли, где рай, а где ад, я уже не решаю.
Которая называется «Плевать». Одна из любимых песен саратовского андеграунда. Потому что нам всем плевать, слова запоминаем, подбиваем. И поехали! И люди, знающие меня, знают, почему он тяжелый.
А твой тиран и деспот сведутся друг комочком. Он того стал быть вредным, и спать уже пора. Он снова стал волшебным и добрым ангелочком, и будет оставаться им до самого утра. Я так хочу писать тебе стихи и песни, быть ласковой и нежной хотя бы иногда, но не могу быть зайкой, хоть расшвись и тресни. Такая вот печалька, такая вот беда. Я так хочу писать тебе стихи и песни, быть ласковой и нежной хотя бы иногда, но не могу быть зайкой, хоть расшвись и тресни. Такая вот печалька, такая вот беда. Да-да-да-да. И зовем следующих. Спасибо. Это я предлагаю еще сходить покурить. Да, да. Отношения в порядке. Всех преследуют, по-моему. Давайте, да, сейчас. Можно от меня микрофон? А, давайте, да, кто хочет курить сейчас, выйдет, покурит. Вот музыканты как раз отключат свои инструменты. Другие музыканты.